Сегодня 9 сентября 2017 года. Мы в столовой «Труба Зоозмей». Мы уже здесь были, наверное, 11 июня этого года. И вот решили в режиме выходного дня побывать в осеннем лесу. Но опять же, немножко не рассчитали. Осень еще не пришла, только-только намек осенний. Вот в природе. И все. Ну, мы вообще ждем суп. И обязательно расскажем, какой суп. Вот на этой турбазе. Так что замечательное место, что раз мы приехали сюда еще раз. На прошлых видео актрисе не понравились губы. Какой актрисе? Позвольте так, себе. Так, салат. Салат. Осенний. Котлета рыбная. С рисом. С рисом. Задокументировали. Спасибо. Спасибо. Нет, ну почему? Я все натурально люблю. Так, пробуем суп. Шелевый. Так, горячий. Горячий и вкусный.